Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Васюкова Ольга Владимировна. Я руководитель Центра профилактики и лечения метаболических заболеваний и ожирения Федерального государственного эндокринологического научного центра. Дорогие коллеги, ожирение случилось вызовом не только 20-го, но и 21-го века. И все врачи абсолютно всех специальностей прекрасно понимают, что пациентов с ожирением как детского, так и взрослого возраста становится очень много. И это лучшие годы жизни, которые пациент проводит в борьбе с этим сложным заболеванием, которое во всем мире признано хроническим, прогрессирующим, тяжелым заболеванием. И поэтому врачи всех специальностей сегодня и в мире, и в России объединяют усилия для того, чтобы помочь нашим пациентам и помочь друг другу, как специалистам, в помощи и профилактике прогрессирования осложнений этого заболевания. Мы с коллегами представляем наш небольшой опыт работы междисциплинарного центра, который был открыт в прошлом году, который объединил различные методики диетологов, психологов, лучший опыт врачей-эндокринологов, гинекологов, кардиологов, как пример вот такой мультидисциплинарной команды, ориентированной только для того, чтобы пациент уходил от нас абсолютно с осознанным пониманием, что он делает правильно, что неправильно и как меняться ему и жить лучше, с наилучшим позитивным, может быть, даже настроем уходил от нас в эту жизнь. Поэтому предлагаю вашему вниманию наши небольшие междисциплинарные зарисовки.